Осторожно, Нед. Вот такие камни ужасно скользкие.
Тупик. Нам придется вернуться назад. Значит, мне не послышалось. Все в порядке? Ваши роботы напали на нас. Неужели? Должно быть, приняли за гоблинов. Прошу прощения, я проверю их настройки. Не волнуйся, Виктор. Мне удалось найти пару реликтов. Так что в результате от меня не убудет. С этой стороны доносится ветерок. Предлагаю проверить. Нет, правда, нет смысла лезть в шахты, если нет численного перевеса. Никогда не знаешь, кто там может встретиться. Гоблины, стражники. Чем больше сокровища, тем больше и риск. Я начал создавать роботов-шахтеров. С хорошей огневой мощью гораздо проще спуститься вниз и добыть ресурс. Теперь у меня есть еще и охранные роботы. Идея та же самая, меняется только оборудование. Продолжайте.
Вот оно. Мы нашли логово гоблинов. Райдер, как слышно? Ясно и четко, док. Обнаружена деревня гоблинов, кажется, нужная. Это к северу от точки высадки. Дистанция 10 километров. Вас понял. До встречи. Ха. И все? А как он пройдет через шахту? Да он нас еще обгонит. Даже если придется лезть на самую вершину горы. Еще немного, Нек. Я готов. Я уже вызвал подкрепление. Увидимся у поселения. Ты не мог бы снова запустить этот лифт? Деревня гоблинов на другом берегу озера, на той скале. Мы почти пришли.